Привет, я в прихожей, собираюсь навстречу к Симе в Европолис, потому что сегодня открывается золотое яблоко у нас. Мы с ней недалеко друг от друга живем и очень ждали этого события, точнее, наверное, где-то полгода мы ждали. Вот. И вчера в обед я узнала, что сегодня открытие, мы очень хотим получить бокс. Вот, ну, в общем, я специально откладывала подарочные карты, которые мне подарили на день рождения, в золотое яблоко. Ждала открытия. Поэтому сейчас бегу уже. Вот, через минуту надо выходить, чтобы не опоздать как к открытию. И мы очень надеемся, что нам достанутся боксы. Если достанутся, я вам покажу, что там внутри. Нужно купить на 3000 рублей, и тогда тебе дарят бокс. Если купишь на 1500, какую-то маску. Но маску мне не интересна, я хочу бокс. У меня еще никогда не было бокса от золотого яблока. Сима говорит, что они классные. Ну все, девчонки, покажу вам, что там будет. Побежала. Меня немного напрягает то, что там ограниченное количество боксов. То есть, ну, так как я уже знаю, что я хочу купить, но я не знаю расположение магазина, но я надеюсь, что мы все успеем сделать. Очень хочется бокс получить. Вот подъехала к Европолису, хотела здесь зайти, как обычно, но так как нет еще 10 часов, ворота вот эти закрыты, придется идти к главному входу. Моя Сима ждет меня уже. Ладно, приехали. Смотрите, реконструкция здания полным ходом. Привет! Привет! Ты готова? Ах, жара. Слушай, это ад. Я вообще не очень понимаю, как это все будет происходить. Сима уже это проходила, я первый раз. А, не могу, прям жара. Ну, я надеюсь, что там прохладно в ТЦ. Я тоже надеюсь на это. Я по фото посмотрела, там большой, он чуть ли не самый большой. Я надеюсь. Написано, что он вроде как один из самых крупных. Ну, посмотрим, блин, правда ли это. Сравним его с Метрополисом. Так неудобно в метро гонять, а теперь прям под боком будет. Я очень рада. Если здесь откроют Сефору, я здесь поселюсь. Я тоже. Но это навряд ли, потому что Икея, Золотое яблоко, если еще будет... Мне кажется, наоборот. Ты думаешь? Да, я надеюсь на это. Но это будет слишком идеально для нас. Хоть бы. Добро пожаловать, сейчас посмотрим. Ну что? Прохладненько. Ой, хорошо. Не, вроде нормально. Слушай, ну 500 боксов точно будет. Конечно. Все, ребятки, ждем открытия. Сколько консультантов внутри. Они ждут. Ребята, Сима говорит, что от 3500 бокс, а не от 3, как я вам сказала. Но так как я планирую на 5000, мне, в принципе, пофигу. Мне главное, чтобы мои сертификаты приняли. Ну, в плане, что я думаю, если что оплата. Учтут, я думаю. Да. Сейчас посмотрим, что там такой аншлаг у них. Там их там как в армии это муштруют, да? Да, 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 собрали в кучку. Ага. Стоим. Осталось. Минута. Так стоят, как будто они нас сейчас расстреляют. Торжественный момент. А чё ты? Я думала, мы туда. Они тут расстреляют, мне кажется. Как странно жить. Прям как это, в Корее. Золотое яблоко. Так. Ура. Торжественное открытие. Ой, какой здесь кондиционер приятный. Да. Смотрите, какой большой коллектив работает в золотом яблоке. Погнали. Так, ищем, ищем, ищем. Надо сейчас спросить, действует ли по карточке. Я нашла вот это средство поет. Хотела попробовать после загара для лица. Хочу взять. Стоит 1925 рублей. Дорогая штука, но как подарок на день рождения. Хочу попробовать. Пошли? Ой, спасибо огромное. Все, отлично. Вот эта кисточка, ее никогда нет в продаже. И вот я ее достала. Шик 13 для подводки. Очень крутая. Все ее блогеры советуют. Бьюти-блогер. Девочки, La Mer. Как вам цены на La Mer? Мои любимые масочки. Сам магазин очень, конечно, огромный. Мои любимые БАДы. Только я их с iHerb заказываю. Смотрите, какие здесь всякие штуки.
уходовая. Сейчас что-нибудь для загара посмотрю, раз моего Кевина Мёрфи здесь нет, к сожалению. Кевина Мёрфи нету, я хотела эту штуку себе для волос, хотя она дорогая, 2800. Ее нету, надо что-то найти нужное, не бесполезное, да? Вот не знаю, значит, я взяла вот этот уходовый крем, кисточку и хотела взять Мёрфи, но так как нету, значит, сейчас что-нибудь еще куплю, поищу что-нибудь интересное. А вон девочки боксы ждут в своей очереди. Смотрите, как их много. Кто любит масочки? Смотрите, вот такие. Очень много. Дживанши. Давно его хотела купить, но его постоянно нет на сайте. Если он есть, то будет здорово. Вот, девочки, скульптор от Романа. Но его никогда нету в наличии тоже. Нету? Нет. Спасибо. Привалившим, девочки. Уважаемые покупатели, для вашей безопасности и безопасности окружающих в нашем магазине примите следующие меры. Постоянная дезинфекция помещения и все поверхности. Я вот тут думаю вместо Кевина Мёрфи взять вот эту штуку. Здесь такая вот спрей лифтинг для экстра объема с кератиновым комплексом. И небольшой такой формат, можно с собой в дорогу взять. Потому что у меня очень классное средство есть, но оно просто огромное. Ура, мне достался зелененький. Спасибо. А мне дадите пакетик какой-нибудь? Нему. Бокс я получила, отоварила свои подарочные карты. Значит, смотрите, если вы придете, допустим, с мужем или с подругой и сделаете два чека по 3500, тогда вам дадут бокс. А одному человеку в руки даже с двумя чеками два бокса не дают. Хотя я не знаю, это столько кассирш, неужели они все помнят, кому они что там дали. Но тут девушки ходят и с тремя боксами, но мне продавщицы сказали, что это блогеры какие-то. Большие блогеры. Им, как бы, я так понимаю, как подарок. А тебе на сколько еще надо взять? Не знаю. У тебя тут какая сумма? Что ты взяла интересненького? Знаю, вот это что такое в баночке? Это гидрофильное масло. А вот в этой коробочке? Тоже гидрофильное масло. Советую вот такую штуку после солнца. Еще мы взяли очень обалденную Шисейда. Мист, да, называется? Да. Обалденная штука, и цена очень хорошая. Стоило что-то там вообще под 3000, а сейчас 1700. Что, девчонки, я жду Симу. В общем, я сделала вторую покупку, и все-таки мне дали второй бокс. Я просто пошла к другому кассиру. На этот раз мне дали вот такой голубенький. Вот, в общем, я взяла пакеты Симы и свои, жду ее здесь. Она тоже сейчас пойдет и купит второй заказ. Они такие тяжеленькие, сейчас она придет. Я вам покажу, что там лежит. Сима вернулась, она тоже с двумя боксами. И у нас все четыре цвета бокса. Сейчас посмотрим, они вообще чем-то отличаются или нет. Приближай. Так, это голубенький. Ого, гель для душа. Гель для душа. Какие-то пробнички. О, слушай, это, по-моему, это пробники. Сима, что это такое, я не знаю. Не знаю. Манго-скин. Это духи, наверное. А, наверное. Так, Велла какая-то фигня. Что это? Шампунь, наверное. Шампуник. И вот этот мне нравится, этот легендарный арт-визаж гель. А-а-а. Так, смотрим, что. Зеленый. Потом посмотрим, что там у Симы. У Симы посмотрите на нее на канале. Так, такая же. О, вот о, это уже поинтереснее. Вот это. Так, короче, салатовая мне нравится. Мицеллярная вода. Это круто. Опять арт-визаж. И опять Вэлла. Ну хотя бы вот эта штучка новая. Так, а что будет в боксе у Симы? Смотрите на нее на канале. Все, девочки, мы с Симой. В разные стороны едем, я направо, она налево. У нас 17-й трамвайчик. Вот наши покупочки. А, вот они, наши сумочки. Все, мы уезжаем, довольны. Но гель для душа, конечно, нас не очень порадовал. Но хотя бы мицеллярочка в подарок. Ну все, девчонки. Ну и коробочки качественные. Я буду в них
всякие свои стемпинг-пластиночки хранить. Все, Сима поехала. С тремя пакетами. Все, девчонки, я уже в машине, еду к детям на дачу, возвращаюсь. Все, хочу с вами попрощаться. Всем спасибо, кто был с нами. Ставьте обязательно лайк. Все ссылки на товары, которые я купила себе, оставлю в описании под видео. Если в вашем городе нет золотого яблока, он доставляет по всей России. Может быть, вам тоже будет интересно то, что я купила. Так что все ссылочки будут в описании. Все, девчонки, всем пока.